поддержку игр выпустили клип, снятый в 10 странах. Россию представила призер Олимпийских игр 2018-го Евгения Медведева. По такому случаю она вышла на лед катка ВДНХ. Судя по всему, с удовольствием. Мир так увлекателен, и зима время любви чудес. Съемка этого видеоклипа проходила очень весело. А в моем понимании Олимпийские игры — это праздник, поэтому песня тоже соответствует. Она такая легкая, праздничная, веселая, которая помогает держать именно то настроение, в котором должны проходить Олимпийские игры. Этот флешмоб – попытка вернуть мировых политиков к идеалам барона Кубертена. Да, у разных стран разные интересы, но Олимпиада должна объединять вместе ради общего будущего. Главный слоган пекинских игр. На каком языке его не произноси.